Для семи знаков зодиака декабрь 2020 года станет волшебным периодом. У этих представителей дела пойдут в гору, и начнут исполняться их заветные мечты. Для каких же знаков зодиака декабрь станет счастливым периодом? Близнецы. Для близнецов декабрь 2020 года станет маленькой сказкой. В течение этого месяца у представителей вашего знака будут происходить настоящие чудеса. Тем, кто отчаялся встретить самую большую в своей жизни любовь, удастся избавиться от одиночества. А вот тем, кто мечтал обрести публичную славу, можно рассчитывать на крупный успех. Звезды приготовили для вас чудесные сюрпризы в виде финансовой стабильности и поддержки со стороны. Не забывайте благодарить судьбу за эти подарки и больше времени проводите с людьми, которых вы любите больше всего на свете. В общем, все, что считали своей главной мечтой, в течение этого календарного месяца может полностью воплотиться в реальность. Рак. Раков в декабре 2020 года ждут множество счастливых моментов, проведенных с друзьями и родными. Тесное взаимодействие с близкими – это залог, что начало зимы для вашего знака пройдет в эмоционально комфортных условиях. Правильно спланированный досуг привнесет в жизнь много эмоций, которые будут греть представителей вашего знака зодиака до конца зимы. Если получите приглашение на чашечку кофе в декабрьский день, рекомендуется не отказываться от этого удовольствия. Лев. Львы в декабре 2020 года могут рассчитывать на прирост жизненных сил. Представители вашего знака зачастую думают только о деньгах, достижении целей и финансовом благополучии, однако в декабре вам стоит расставить приоритеты немного по-другому. Самые удачные идеи для развития будут посещать вас в момент времяпрепровождения с членами семьи. Уделите родным больше времени и внимания. Также многие львы именно в декабре испытают самую сильную страсть. Весы. Весы, как правило, любят брать помощь у других людей, но сами принимать активное участие в жизни окружающих не спешат. Но в декабре 2020 года весы забудут про склонность все и всегда мысленно взвешивать. В характере представителей вашего знака появится импульсивность, благодаря которой вы почувствуете себя нужным и счастливым человеком. В общем, декабрь у весов будет проходить достаточно ярко. Скорпион. В декабре 2020 года видеть и слышать скорпионы будут только себя. И многие из вас именно сейчас, в начале календарной зимы, приступят к большим жизненным переменам. Если вы в последнее время задумывались о смене работы или места жительства, пришла пора принимать важные решения. В декабре вам будет вести буквально во всем. Спешите воспользоваться возможностью и изменить жизнь в лучшую сторону. Козерог. Обычно козероги предпочитают сидеть дома и появляться на улице только в случае крайней необходимости. В декабре 2020 года такая необходимость возникнет. Впереди вас ожидает немало интересных поездок, встреч и знакомств. Тем, кто будет вести активную социальную жизнь, звезды пророчат судьбоносное знакомство, которое полностью изменит вашу жизнь как профессиональную, так и личную. Не упускайте такой шанс. Рыбы. Рыбам очень понравится этот морозный декабрь. Зима в 2020 году у представителей вашего знака начнется с обнадеживающих новостей. Кто-то получит прибавку к окладу, кто-то порадуется возвращению экс-половинки. В общем, поводов для восторга будет масса. Везде, где бы вы ни появлялись, вас будут ожидать подарки судьбы. Так что, не отказывайтесь от приглашения в кафе или же деловой встречи. Везде вас будут поджидать приятные сюрпризы и удача.